Привет. Я вас ждал весь день. Сразу видно, веселый, хороший. Что вам спеть? А что знаете? Русский рок есть. Кино, Сектор Газа, Дворовые, Армейские. Сектор Газа. Хотите, лошатыми конторы спою? Тото Кутуньо. Лошатыми конторы. Давайте. Еще Беллы Чао есть. На ваш выбор. Тогда Варвару. Теперь слезно кричу. Мне просто обидно шаги одиночества слышать. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Варвара, йо-хо, Варвара, йо-хо, Варвара, йо-хо, Варвара, йо-хо. Спасибо, очень. Понравилось? Да. Может, что-то еще хотите послушать? Нет? Мы больше по молодежной. Поболело и прошло, есть? Давайте. Сейчас сделаю. Да-да-да, хватит мне врать. Я был как Катик, а тебя лишь бы слюнять. Ну а теперь дверь закрыта, давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Друзья говорили, типа к этому шло. И я в ответ, да пошло оно все. Поболит, заживет, поболит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет. Да подальше все пошло. Поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. Спасибо большое. Классно. Был рад для вас исполнить. Всего доброго. До свидания.
О. Привет. Здравствуй. Канал Таланта? Нет, у меня такого канала нет. А обучение игре на гитаре? Такое есть. Да? Что спеть? Да что душа пожелает. Детство золотое. Знаете такую песню? Не слышал. Вот давайте ее. Мне мама часто в детстве говорила, что жизнь шальная до добра не доведет. И что ждет тебя убогая могила, да не в гробу, а у кладбищенских ворот. Я пил с утра, пока не кончится дыхание, и потому мой дом похож был на блиндаж. Не оставлял я также женщин без внимания, с вопросом Гамлетову дашь или не дашь. Детство золотое, веселая пора. Мама окна моя и зовет домой со двора. Детство золотое уходит, ну и пусть. От боли сердце ноет, заткнись, заткнись, я не вернусь. Браво!